Всем привет, всем привет, с вами Шмэг, на канале Уши. Мы сегодня поиграем в игру под названием Варшала. Вот, либо можно посмотреть, либо можно, как задумали авторы, так сказать, прочитать это Warsaw, то есть война пила. Ну, в смысле, не война пила, а пила войны, войны пила. В смысле, ну, короче, вы поняли, ну, типа, да. Это игра про Вторую мировую, где 44-й год не в силах противостоять соперникам на двух фронтах, Третий рейх на грани краха. Польша оказывается в самом сердце бури, между отступающими нацистскими захватчиками и растущей угрозой со стороны Советского Союза. Надежды на спасение практически нет. С какой? Советский Союз, угроза? А, ну окей, хорошо. Прикольно. Несмотря ни на что, армия Краева, превратившаяся в подпольное сопротивление, становится частью масштабной акции «Буря». Она получает от польского подпольного правительства разрешение начать последнее противостояние захватчикам. Восстание в Варшаве, столице Польши. 1 августа 44-го. Время Б или... Сейчас на территории, где происходило восстание, живут 952 тысячи человек. Начинаются первые столкновения. Судя по трейлерам и скриншотам игры, это стратегия пошаговая. Восстание начинается, но обо всем по порядку, прежде чем приступать к боевым задачам, пройдите небольшое обучение. Хорошо. Сейчас вы исследуете часть города, ваш отряд отмечен уникальным значком. Внизу экрана видны отряды, инвентарь доступны. Ваша задача завершить задание, выбрать все задачи, отображение в верхней левой части экрана. Доберите эту убежище. Я понял. Мышки, короче, мы ходим. Тихо. События. На улице Варшавы вы можете наткнуться на врагов и ресурсы события. Ладно, короче. Завалы — это завал. Завал мы не можем пройти. Это что у нас? Я не прочитал обучение. Получить вооружение. Ага. Обычно у вас есть несколько вариантов развить события для забрать все. Для некоторых из них потребуется потратить ресурсы или попробовать в тех событиях. Да ладно, так, забей. Так, мы забрали... А, стоп, назад. Багно, все понятно. Сюда не можем. Сюда можем. Сюда не надо. Там войско, войско. Мы пойдем налево, и все понятно. Войско, через войско надо. Да, хорошо, давай будем столкновение. Столкновение. Обучение боя — это только объясняет механику. Ее можно пропустить. Нет, давай посмотрим. Вы начинаете каждый раунд с количеством активаций по числу ваших бойцов. Активация нужна для применения навыка. Противники используют свои активации по очереди. Рано заканчивается, когда обе стороны используют свои активации. Теперь попробуем активировать бойца. Давите мышь, нажмите, что... Ну... окей... выберите захват цели. Красный прицел означает... Я понял. Ага. Я понял. Ой, ёб твою мать, граната. Почему он походил, я не понял. Наверное... да отстань, короче, зачем я взял эту хрень? Выделите, я двигу. Я двига. Треба то опатрить. Да, хорошо. Так, прямое попадание. А, он ходит теперь. Да, тут, короче, типа по очереди мы ходим. А, все, я понял. Ага, так. Выманивание? Ах ты скотина, тварь. Дамы фрицам попали. Ага. Так, подожди. А что такое покос?
Некоторые навыки также применяют негативный эффект к вражеским целям. Горение, кровотечение. Кровотечение у меня, типа, да? Так, Шиштов опять этот, да? А, я не могу уже в того стрелять? Почему? Интересно. Странно. Ну ладно, так. Выиграйте бой. Удачи. Скотина, тварь. А, он ходит. Короче, да, тут чисто один. Я думал, просто есть... Иногда бывает, что... Подожди, а я за матч могу только одним походить или нет? Как это происходит? Так, одного накололи, окей. Мы сейчас ходим, да? А нет, он... Он все равно ходит. Пока... А ты не можешь даже его ухо... Кого? Чего? И первую помощь не может сделать. Подожди. А почему я не мог? Ну, короче, какой-то бред, ладно. Типа, я там, я мог... Ну, как, что за бред? Ну, ладно. Тут, ну, наверное, есть какая-то логика в этом. Помнить смерть — это навсегда. И в бою во время событий следить за своим персонажем, так как здоровье автоматически не стало. Ага, я понял. Так. Сейчас, подожди, мы можем же вот здесь пройти. И налево пойти. Правильно я понимаю? А, хер там, да? А, у нас еще есть очки действия? В смысле? А, да что за бред-то, ё-моё! Ну что это за... Подожди, а как? Типа, подожди. Ага. Что там у нас? Продолжить. А, мы сделали. Завершить задание. Награды. Ага, вернуться в убежище. Так, мы победили. Хорошо. Только задание. На задание требуется время. В конце каждого задания вы получите небольшое резюме всех побед и поражений восстания. Вы также получите возможность разрешить те события, которые произошли в это время. А, я... Как я... А у кого ловкость 50? Давай женщину. Плюс один импульс восстания. Хорошо. Это что значит? Не знаю. Так, следующий день. День второй. 2 августа. Это что такое? А, это народ наш, да, понял. Умер. Людишки померли. Так. Убежище. Вы добрались до убежища повстанцев. Это ваш пункт сбора между заданиями. Можете либо пройти обучение по работе с убежищем, либо пропустить его. Убежище повстанцев. Здесь можно планировать новое задание, следить за чем-то еще. Так. Я не понимаю. Окей. Не знаю. Короче, ребят, первый раз смотрим. А. А как тебя туда перенести? А, вот так. Первый раз играю в игру, ребят, поэтому не обессудьте. Финальная ракета, бинты возьмем. Компас. Компас. Ну и компас, да, окей. А, первый раз играю в игру. Соберите припасы лесников по всему городу. Я пока играю первый раз в игру, поэтому если есть какие-то косяки, то, ребят, не обессудьте потом. Стоп, а я сюда могу? Так, понял. Забрали все. Так, а здесь можно? Карту нельзя увеличивать. То есть мы только, получается... Мы только, получается, только мышкой, короче, стопанский. Будем на... А, налево я не могу уйти. Через лево. Ну, ты можешь ходить, пожалуйста?
Стопа. Дружище, ну ты что? Совсем, что ли, дурак? Да мы не собираемся ни с кем воевать. Мы ищем чисто наши припасы. Ай-я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 й! Ой, какой-то, слышишь, смотри. Открыт новые статьи кодекса. Какой-то главарский главарь. У них еще тоже есть этот. А почему по косту я не могу? По косту не могу, да? Так. Das wird dir Kraft geben. Да, то есть смотрите, он из четырех я могу походить либо одним. А ты базукой как стреляешь? Баррикады? Я понял. Так, хорошо. Так, давай к тебе. В смысле? Так мало? Ага. 17, да какого хе? А почему так мало? У тебя же 19. Ну теперь 19. Очень мало, короче. Ну ладно. Вытеснение. Не попал ты своим вытеснением. Так, давай к тебя выберем, потому что ты, по-моему... ты поприкольно не достал. А, я понял. Он типа как снайпушкин. Точно в цель. Но у нее нормально еще по ХП. Так что не паримся. Так, захват цели. 16-20, это помощнее будет. Так, а кого? Ага. 24. Ну, он сейчас сдохнет. На следующий ход он уже все, трупа. Да, они еще промахиваются, поэтому одиночный выстрел. Одиночный выстрел. До свидуси. Лечиться им некому. Вот этого нужно сейчас зарешать будет. А я могу еще ходить, типа, да? Стоп. Хорош. А, я по укреплению попал. Зачем мне укрепление? Ну ладно. Так, 14 мимо. А, 14 я только сюда попал. Прикольно. Ах ты, скотина, тварь. Нет. 70% по флангу. 12. Ну, мало. Мало половин. Отталкивающий огонь могу. Нахер отшел, пошел отсюда. Еще могу сделать. Вот с этим я, короче, немножко не... Я не очень понял, как это делается. Так, тейк. 11. Я еще могу раз походить, правильно? Нет, а как? Почему? Ну ладно, так. Вот теперь ты. Блин, 24. Второго раза не попал, плохо. Еще раз могу? Как это работает? Я не понимаю. Ну ладно. Ход номер 5. Так, ход номер 5. Первая помощь на себя. Хорош. Ох ты, скотину, тварь. Треба то обатрить. Я понял, короче, одиночный он типа на дальнюю идет, а... Хорош. 4 и... Понял, так... 4 там потратили, и не 4. Так, этих забрали. А, вот тут и сундук. Сундучок. Забрать все. Хорош. А это не считается сундук, да? Так, здесь ничего нету, как я понял, да? Потому что...
Так, а куда мне надо идти тогда? Если здесь нету сундуков, нету. Камон. Что надо делать? Может быть, сюда налево идти, типа... А что... В смысле? То есть мне нужно воевать? Я не хочу воевать. Зачем мне воевать, если у меня есть сундук? Понял, ничего. О, сундук нашел. Так, отлично. При инвентарь. Я могу что-то сигнальную ракету выкинуть. Припасы взять. Все. Так. Тихо. Задание провалено? Почему? Типа мы ни хрена не нашли, типа продолжить. Мы же нашли на самом деле, или нет? Карл теперь в вашем отряде. Отряде, хорошо. Погнали дальше. День пятый. Нифига себе уж такой пятый. Второй был. Ё-моё, а чё так много умерло-то уже? Неприкольно. Неприкольно. Так, мы с вами в этом, в убежище. Так. Задание. Ресурс необходим для поддержания в момент восстания. Тяжелые боеприпасы. А что такое вот это вот 10, 0, 10? А вылазки, что это такое? А, это мы сделали вылазки. Хорошо, новое задание, погнали. Подготовка к заданию. Так. А я не могу, только одного могу получить. Ладно. Блин, компас забыл взять. Ё-моё, ну ладно. Так. Закрыть концентрацию нацистов на территории. Хорошо. То есть это нужно убить. Стоит разузнать. Держать его. Минус 2 боевого. Плохо. 4 раза, короче, вступить в драку, я понял. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, собака у них появилась. И опять эти песосы. Почему ты впереди, я не понимаю. Можно, что ты не впереди? Лавина. Туз в рукаве. Ступение. Так, минус 29, это хорошо. Псарня. А псарня мимо. Так, туз в рукаве, погнали. А, у него 15 уже осталось. Так и мухана. Вытеснение, это хорошо. Ступение. В смысле? А, хорош. Так. Покос есть. Так, покос, покос, покос. Погнали, покос. Двоих, короче, почти трахнули, да? Ага, теперь я не могу покос сделать? Не могу, потому что я в попке. Вот так вот. Наповал, нихера себе. Мимо, да. Так, теперь опять покос пошел. На-на. Собаку тяжело попасть. Ну, там этот уже труп почти. Ах ты су. Су-су. Су-су-су. Су-су-су. Приказать схватить. Но это херня. Так. С рукаве. Вот так делаем. Один. А почему в собаку не попасть? А! Слушай, может быть, собаку и не надо убивать? Типа, нахрена я убиваю собаку? Непонятно, да? Так, одиночный выстрел. 24. Хорошо, попали, хорошо. Ну, это все пофиг вообще. Расходует завершить активацию. Да, ну, мало наносит. Управляемый тоже мало. 22, прикольно, нормально. Я еще хожу или нет? Нет. Так, и еще разочек. Все, до свидуси.
Так, мне бы полечиться. Вот нельзя вот еще немножко оставить. А, можно. Так, первая помощь. На себя. Так, и первая... Тихо. Сина. Стой, стоять. Так, и... На него. Можно первую помощь? Вот, да. Да ёптель-моптель. Ты же не попадал никогда, скотина-тварь. Да не, ну а как ее убить-то, эту псину? О, попала. Ага, так, оттолкнули ее нахер. Пятый ход. Блин, мимо, фак. В псину не так просто попасть. Ах ты скотина. Так, стопэ, дай сюда. Ну, собака, а. А, она и есть собака, да. О, хорошо. 23, еще раз могу, давай. Так, отлично, у меня там 7 хп всего осталось. Еще могу раз? А нет, не могу. Так. Все, отлично. Минус 2. Так, минус 20, там еще что-то было. Так, ну ладно. Один из 4, еще один, погнали. А, мы можем еще сдаться, на самом деле, да? Так, покос, погнали. Все мимо, ты... Не, ну это полная херобора. Потому что, ну блин, покос и все мимо, это как бы, ну, типа, камон. 24, ну 24, хотя бы хоть 24. А зачем он сделал выманивание? А, туз в рукаве, типа. Хорош! 20-23, вообще очень прекрасно. Твою мать, минус 10. Ну, 10 это херобора, нормально. Почему? Почему? А, у тебя нету... Подожди, я могу только одиночный выстрел. Подожди, а ты? Тоже только туда? Почему только туда я могу? Короче, вот с этой техникой я не понял. Ну ладно. Угу. А почему вот... Ну, короче, ладно, забей. Какая-то странная... Странная. Чего мимо-то? Ну, блин, ну как так-то, а? Так, мне нужно лечить чувака уже, да? Треба то опатрить. Что? А, еще каждый раз будет это. Так. Минус один. А, женщина погибла. Так, понял. Это плохо, я хочу вам сказать, товарищи. Да блин, ну почему опять мимо? Ну вот ты бы его убил уже, ну ё-моё. Очень много всего мимо, как так-то? А они еще два раза ходят, получается, нет? Так, минус один. Отлично. Но, блин, видишь, я без этого... А, вот он промахивается, это хорошо.
Ну давай так. Но у них еще один, видишь, шаг будет. Ой, ну, ход. Гранату мимо кинуть, но это ты могешь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все мимо, я хренею, конечно. Да, походу мы, короче, проиграли тут. Ну ничего страшного, ребят, мы просто смотрим на игру, поэтому... Первый разочек, как говорится, поэтому... первые два или вот те два. Нди. Не, ну это мало, это очень мало. Одиночный выстрел, так, и, блин, у них сейчас же будут уже эти. Так, а ты у нас одиночный, 21. А, ну ты только в дальнего можешь, да? Ну давай его, 26, хорош. Но он следующий, все, уже труп будет. Трешка осталась. Если мы сможем лавину сделать, то он будет трупом. Этот труп уже, да, получается? Ну да, 8, 2 хп, да, минус. Так. Так, одного. Ну, блин, ну тут по 30 у них. Ну да. Мы, короче, сгорели с вами. Ладно, прервать задание, да, отступить. Вы побеждены. Ребят, такая игра. Вот. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока. Это была игра Варшава или Warsaw. Вот. Всем пока.